Очень хотелось бы, конечно, на Свене, но с Свеном тяжело будет тоже. Мартретка будет более мобильная. Так, фрага мне категорически пацаны не хотят давать. Прям вообще-вообще. Аегис. Хорошо. Хорош. Грифсы, грифсы, грифсы. Работа. Ой-ой-ой, как отмансил. Хорошо. Ладно, побили чуть-чуть. Окей. Ой, как на вставочку, жесть! Что происходит? Всем доброго времени суток, друзья! Сегодня у нас чиловая ТБшечка, сегодня просто поиграем 15к ТБшечкой и будем просто отдыхать. Пожелаю всем приятного просмотра в этой каточке. Конечно же, попытаемся насолить немножечко. Ну, всем приятного просмотра, не забывайте подписаться, поставить лайк и поехали! Скипаем, потом пишем статс и, конечно же, матч-листочек также в конце я приложу. Что будем брать? Какая будет игра, я сейчас, не знаю, каждая катка с особым привкусом какашек. Поэтому поехали скип и драфтим. Ну что, ребята, катка у нас загрузилась, пишем статс. И смотрим, ПТС, короче, здесь есть, немножечко ПТСников. ПТСники здесь, на месте. Погнали, в общем, наша задача в этой катке, это, конечно же, поиграть нормально. Посмотрим. Что у нас получится с этих игр? Обязательно, ребятки, не забывайте поставить лайк, подписаться на YouTube канал и двигаемся. Так, ну что? Что у нас тут? Рандом? Ага, пики. Я понял, пики точеные. Окей. Рандом, ребята, не берут. Соответственно, это будет драфт. Ребята, берут. Героев. Ребята берут героев, чтобы двигаться. Ребята берут героев, чтобы двигаться. В общем, это не рандом будет ТБшечка, это будет просто пики. Будут пики. Будут пики. Если честно, даже не знаю на чем. По кайфу сыграть. На чем по кайфу? На чем по кайфу сыграть? Ну, на Устре уже была ТБшка. На Устре. На Устре. На Устре. На Тинике не хочется вообще. Пусть берут Тиника. Пусть берут Тиника своего. Спектра, помню, была не очень удачно. Тут, типа, спектру брать под вот этих двух героев, но это вообще ни о чем. Вообще ни о чем. Магнус. Магнус, Мартретка хорошо заходит. Почему нет? Мартретка? Магнус. Магнус на четверку. Угу. Магнус на 4. Мартретку, наверное. Из силы, наверное, ничего не будем брать. Сила. Очень хотелось бы, конечно, на Свене, но с Свеном тяжело будет тоже. Мартретка будет более мобильная. Погнали Мартретку. Свеном тут тяжело будет, то что тут БКБ надо по-любому. Мартретке тоже БКБ надо, но Мартретка чуть более агрессивно фармит. Много полегче ей будет. Немного полегче ей будет, по идее. БХшника взяли еще. Ну посмотрим, посмотрим, как игра пойдет. У нас тоже вата. Вата есть, тиник, если буста возьмет, будет немного тяжело. Но посмотрим, как пойдет в целом.
Как в целом пойдет, посмотрим. С Магнусом можно будет грязь сделать. Под БФом. Нормальная тема должна быть. Под БФом нормальная тема. Ждем и играем. Хорошо. Тускарчик на активе. Если тускар бодрый, то можно будет прям нормально тут нараздваивать. Тут и много очень магии. Клак, скорее всего, будем брать. Опять-таки, что ты ко мне прицепился? А, отвали, да? Давай, давай, закрывашку ему. Жалко, что не я взял, конечно, да ладно. Пойдет. Пойдет. Вот запинали Тиника на руне. ТП дайте, да, реально там ТПшка походу. Так, Хускар на лайне, да? Ну тяжеловато будет. Поэтому возьмем топорик. Брасеры вот эти вот, кускарные. Котлы. Фига тут трипла оказывается. Трипла это весело. Да, зонить, конечно, меня будут нехило. Так, сейчас бы левела, да? Сейчас бы левела. Я всю ману слил. Нифига не подобивал. Хотя бы хуска забрали. То хорошо. Лайн толкнулся, это очень плохо. Давайте двинем. Здесь так сделаем, а то Магнус стоит. Мог бы, в принципе, он это сам сделать. Ну да ладно. Ну да ладно. Пойдет. Пусть там суицидятся крипы. Мы фарманем здесь. Нам здесь стики нужны. Хилочек. Там один крип отошел, да? У меня саппорты могут уйти на этот лайн, активный. Вивер особенно может уйти туда и типа собирать там экспу. Ребята что-то не хотят. Экспу просто прогуливают. Хорошо. Эй, вот это ты зря делаешь на вивер. Я очень жадный. Хорошо. Let the hunt begin.
Хорошо. Пока ребята фармят, я чуть подожду. Чуть подождать надо курьера, потому что невозможно, кура будет по КД. Таскаться в этих играх проблема одна лютая, кура по КД всегда. Кура по КД всегда, абсолютно. Хорошо. Так, фрага мне категорически пацаны не хотят давать. Прям вообще. Поэтому как бы, ну, как есть, так и есть будем. Что-то добивать, 4 ассиста. Прям те фраги, которые могут оставлять, они не оставляют. Ну посмотрим, как будет. Лайн активный у нас, Хускар сразу ушел. Хускар сразу ушел. Я так думаю, тут нужно играть через ПТХу, потому что хоть как-то будут ХП побольше стоять. Так как там стони гианты. Хотя можно сделать дефолтные фазы, типа и клаку докупить. В принципе все, и не париться. И не париться. Магнус, 5-й левел, нифига себе. Спишь, что ли, чувак? Пойдет. Не спи, да? Можно было так забрать спокойно. Без вопросов. Ой, как хорошо они расплетовались, кайф просто. С инвизом. Нормально так тиник там прогулялся в инвизе. Хорошо. И как так, да, брат? Восемьдесят маны, мангус. Много очень там, конечно. Там сейчас заход под тэш, скорее всего, будет. Скорее всего, заход под тэшку будет. Тут, если что, давайте прогрыз сделаем. Хорош, первый фражочек, это уже хорошо, Магнус молодец. Оставил на этот раз, не стал забирать. На этот раз молодец. Так, ну что, go full. Full farm. Full farm. Фарм. Ребята там что-то не справляются. Нормально так фармятся, по кайфу.
Ну, души, что делать? Ой, бро. Маны нету. Ладно, пойдет. Забрали. Го на базу сбегаем. Хускары там фармят. Сейчас возьмем доминатор, по идее. Можно будет душануть. Еще там крип плохо повы стоял. Все. Побежали на базу. Пока фарм нормально идет, с Магнусом срабатываемся. У Тиника там 9 левел. Тиник 9 левел. Зачем? На базу сходил бы. Я бы на базу уже сходил. Давайте почуть бурить. Почуть бурить и погнали. Пойдем. Меня бы сейчас туда в файты. Ух, 8 левел. Кайф. Пойдем подеремся сейчас после тэшки. Что там, Лего, Даггеры, Пурмансы, пусть выйдет. Пусть выйдет Лего поближе. Тогда, может быть, пойдем. Ушли, ребята. Но Магнус решил тупо меня нянчить. Это правильно с одной стороны, потому что я так фармить буду быстрее. Намного быстрее. Намного. На медузу и тень, конечно, тотальная. Погнали дальше сюда. И не даггер, окей. Гоу, доминатор и что-нибудь возьмем. 9 левел там у Фускара, нормально там фармит. Нормально фармит. Во-во-во, уже идет. Уже на месте он. Уже на месте, дядь. По лесу проходит где-то. Гиант где-то по лесу бегает. Ага. Чешир. Чешир поймал БХ. Let the hunt begin. Understood. Justice shall be swift. Unstoppable. Let the hunt begin. Bend thy daily loom. Have you reached a verdict? Justice shall be swift. Understood. Our brethren, I can taste their fear.
Надо драться идти. Го драки. Я очень хочу подраться. Let the hunt begin. I can taste their fear. Let the hunt begin. I can taste their fear. Let the hunt begin. Understood. Let the hunt begin. Our reverence town is under just attack. Shall be swept. I can taste their fear. I am alone. Just shall be swept. Let the hunt begin. Там Лего на бустах неплохих. Хорошо. Let the hunt begin. Хорош. Ну это на вставочку, что я могу сказать? Хорошо. Яшу возьмем, наверное, в рост сейчас пойдем. Погнали. 11 левел. Яшку дропнем. Сейчас тут совместно и задавим, в принципе. Надо будет манту, наверное, фастом бахнуть, чтобы монолики снимать. Можно будет двигаться нормой. Да чё так башишь, ё-моё. Аегис, хорошо. Хорошо, Аегу я забрал, это радует. Корректно. Забавный парнишка на Вивероте, но реально тут просто пробежаться. Ну ладно, ничего страшного. Главное, Аегис мы не отдали. Аегис не отдали, ничего страшного. Потом, я типа теоретически тоже мог не драться, но я рассчитывал, что Вивер поможет, но Вивер помогать не хочет. Поэтому, ладно. Так, ну этот, кстати, минус. Лопнет его. Лопнет его. Надо что-то с леса взять. Ну, типа, я вот здесь планировал что-то взять, но там Лего зафармил. Ничего не взяли. Это печально. Это печально. Что-нибудь есть там интересное? Големы неинтересные. Големы неинтересные. Кентавр. Тоже не особо интересно. Ладно, кента возьмем, окей. Возьмем кента. Возьмем кента. Хорошо.
Возьмем кентавра, что делать? Все-таки, наверное, Сию бахну. Первым артом. Так, гетбэкаем. Сию первым артом. Надо Магнуса. И вместе в пятером, мне кажется, можно давить. Пока Тускар у нас сильный. Пока Туск сильный. Да почему ты не кидаешь? Господи. Она не кидает, просто забей. Там БХ 20% дает. Поэтому не дает он. Просто забей, я в драке еще там дропнул. Гизарм, нифига себе ты лютый. Магнус еще есть здесь на месте. Грифсы, 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 работа. Ой-ой-ой, как отмансил, хорошо. А мне кажется, надо отойти. ББ. Тускара не хватает. Прям жесть. Тускара не хватает. Да чё так башишь? Хорош. Хорош. Ну, да что за дела? Не-не-не, этого мы уже не тянем, дядь. Ну ладно, побили чуть-чуть, окей. Ой, как на вставочку, жесть! Что происходит? Вообще ужастик какой-то. Стики эти, Клака, на самом деле Клака жесть как выручает. Если бы не Клака, я бы уже пару раз точно сдох. Чё за дота? Чё за дота? Это просто ужастик какой-то. Шо? Жесть. Некстов Барашана и БКБшку некстом сделаем. Без манты даже. Не будем разбирать ничего. Это жесть, конечно. Нормально. Волка бери, кстати. Первая драка вот здесь. Но мы не спушили ничего.
Но смысл не в этом был. Смысл был в том, чтобы подраться. Чтобы подраться, в этом смысл. Но еще в чем прикол, Тин не попал прокастом. Поэтому мы так камбэкнули. Молодец, парнишка на Тускаре очень много сделал. Так, да? Подраться. Подождем. Кто-то есть тут. Найс, забашила. Да там, Магнус опять умирает. Что-то Магнус поплыл немножко. С нами не хочет идти. С нами идти не хочет на Магнусе парень. А BKB возьмем уже. Вести. I am the iron hand of justice. Understood. Рош есть. Сейчас рош пойдем. А если BKB тоже есть. Have you reached a verdict? Our forces are under attack. I can taste their fear. Justice shall be swift. Our brethren's town is under attack. Are you threatening me? I am the iron hand of justice. Have you reached a verdict? Let justice be served. Let the hunt begin. Bend thy delirium. Так, ну Тини будет пушить, скорее всего, тупо. У Next остается только, по сути, что-то типа Абиссала, либо МКБ от промаха Хускара. И все. И все. Let the hunt begin. Understood. Ашфалано. I am the iron hand. Там на топе Хуск стоит, гол. Попробуем. Миткин Тауэр работает. Let the hunt begin. Let me investigate. Our forces are under attack. I am the iron hand of justice. I can taste them. And thy delirium. Let the hunt begin. Ашфалано.
Мне кажется, до Талова тут надо идти. Просто. Understood. Let the hunt begin. Understood. Justice shall be swift. I am the law. Let the hunt begin. Let justice be served. Let me rest. Да погибни ты уже, ё-моё. Understood. Let the hunt begin. Так, ну я минус смело. Вай, жесть. Они сейчас так раскайтами могут и драку насолить. Лышу и Марта. Хорош. Ой. Ваншотом просто. Курей не подконтрил, мог подконтрить нормально. Ну пойдет, топ сломали, но очень тяжело с Аегисом. Ой, хорошая руна. С Аегисом. Сейчас если пойдет, прыгнем. Хорошо. Пойдет. Сильверуху бы бахнуть, да, для Тиника. Вот неожиданность для него будет. Выключить его, БКБшку нажать. Так и сделаем, наверное. И Хуска тоже можно выключать. Что за рунка будет? Поста, неплохо. Пойдем что-нибудь с леса. Вообще можно лучше сату сделать. Сатаник намного лучше зайдет, чем сильверуха. И не бегает, про касты дает. Погнали, 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 ребята. Давай, давай, отпусти, отпусти. Эх, торнадо зачем подвинул? Прикинь, торнадо подвинул. Жесть. Два. Да, жесткая заруба получается у нас эта катка. Красавчики, пацаны. Да ты ж. Вот это крит, конечно. Understood.
GG, ребят, вот такая у нас катка получилась на мартретке. Я думаю, в любом случае сейчас напишут fast finish и типа, ну... Если честно, очень люто и очень грамотно эту катку сыграл, не знаю. Законтрено было все, что движется, по сути. Ребята в команде, конечно, молодцы. Очень хорошо сыграли, рили, очень слаженно. Где-то были недочеты, да, Магнус где-то соло подгуливал. Но в целом катка очень красивая, очень грамотная. Я думаю, вам эта игра понравится. Вам эта игра понравится. Хорошо. Эй, под колодец что ли поедем сейчас? Не хочу под колодец. Ладно, поехали. Хорош. Ребят, эту катку выложу отдельно, потому что эта игра стоит именно вот таких свеч, знаете, соляного посмотреть. Реально очень красиво, очень грамотно. Вот просто, можно сказать, по гайду каточка чисто как нужно, как можно и как необходимо работать под Магнусом. Когда Магнус подбафует, Магнус работает. На самом деле 90% это просто баф Магнуса. Правильная позиционка и правильный билд артефактов. Все, больше ничего. Тускар очень много сделал, очень много сейвов. Грифсы на питлорде тоже очень многое решили. Ну и как бы на этом все. Вот такая вот каточка на мартретке. Заметили, мартретки у нас классные на этих играх. Ну и, конечно же, матч-листок. Погнали некстовую, ребятки. Но некстовая будет уже следующим видосом. На этом все. С вами был Ксаназис. До скорого.